Пойдемте уже. Надо Настю подождать. Зачем ее ждать вообще? Она что, в поп земли? Привет! О, привет! 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 Мне так понравился фильм, на который мы ходили в последний раз. Да, да, встреча с тобой неплохой фильм. Это так классно, когда они такие разные любят друг друга. Извините меня, мадам Замаси. Вы не хотите, чтобы я вас сфоткал на память? Потому что нет ничего важнее памяти. Нет, спасибо. Ты знаешь, Дим, я тебя люблю. Я тоже. Почему ты никогда не говоришь, что любишь меня? Это для тебя так важно? Да, важно. В чем проблема? Это важно для каждой девушки. Как ты этого не понимаешь? Да успокойся, что такое? Что для тебя любовь вообще? Дим, все хорошо, Дим. Дим, не переживай, с ней все будет хорошо. А если что-то и случится, я буду рядом. Мы переживем это вместе. Ты же знаешь, я тебя не брошу. Дим, пожалуйста. Что с ней? Амнезия. Такое часто случается при авариях. Память вернется, но нужен какой-то фактор. Мне снился парень. Я помню его. Я помню все черты его лица. Темно-русые волосы. А что ты еще помнишь? Милую улыбку. А имя? Имя ты помнишь? Не помню. Не нервничай, все хорошо. Я с тобой. Я знаю, кто это. Он скоро придет, не переживай. Тебе надо отдохнуть, полежать, поспать. Ложись, ложись. Господи, милая, ты очнулась? Я так переживал. Я тебя помню. Как ты себя чувствуешь? Тебе лучше? Ну кто ты? Господи, еще один. Мы так долго с тобой, мы столько и пережили. Я не помню. Как себя чувствуете? Тебе нужно подышать свежим воздухом. Отлично, через 2 недели. Пойдем прогуляемся, я уже обо всем договорился с врачом. Ваш молодой человек прав, это пойдет вам на пользу. Что ли? Что с тобой, а? Человек, что с ним случилось? Чего это? Чего это?
Марго? Ну, в общем, она верит в то, что ее парень. Как-то так. Ты забыл часы. Ты все не так поняла. Настя, ты все не так поняла. Настя, Настя. Почему она помнит его, а не меня? Может быть, это судьба? Что мне сделать, чтобы она меня вспомнила? Да ничего не делай. Марго, не надо. Настя, ну серьезно, он очень-очень тебя любит. Ради тебя он готов абсолютно на все. А я ненавижу людей, которые врут. Он хотел как лучше, ты даже не представляешь, как вы смотритесь. Вы такие милые. Может быть. Мне этого не говорил. А что для тебя? Для меня это все. А для меня это ты. Ты вернись с лучами весенними, появись случайно. И обними, знаешь ли, что я совсем один, будто субмарина под льдинами. Вернись ко мне светлой строкою куплета, вернись песней, где мы еще вместе, то старая форма. Минорным аккордом звучит, печальная кода звучит. Каждый раз я слышу в толпе людской смутным эхом дышит голос твой. Каждый миг я помню и жду тебя.